Прокуратура Новочебоксарска по поручению Генеральной прокуратуры России с привлечением специалистов Управления Ростехнадзора проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, в ходе которой выявлены факты ненадлежащего его содержания в некоторых управляющих компаниях города. Как показала проверка, управляющими компаниями, расположенными на территории города, допускаются однотипные нарушения, характерные для всех домов при эксплуатации лифтов. То есть это отсутствие каких-либо вывесок или о грузоподъемности, заводе изготовителя, отсутствие надлежащего освещения, либо в машинном отделении, либо непосредственно в лифтовом оборудовании. Но самое страшное – это эксплуатация лифтового лифта без страховки, то есть не застраховано лифтовое оборудование. Было охвачено более 7 управляющих компаний, которые осуществляют эксплуатацию как лифтов, так и содержание жилого фонда. Нами были возбуждены административные дела по статье 9.19 Кодекса административных правонарушений, то есть эксплуатация опасного объекта без страховки. По данным нарушениям Ростехнадзором юридические должностные лица были привлечены к административной ответственности. В прокуратуру города внесены представления об устранении нарушений.